Мы находимся в центре Гауди, в Реусе. Очень интересное место, особенно для детей, где в игровой форме знакомят с основными идеями Гауди, как создать арку с помощью цепи, как построить или как сделать изгибы с помощью прямых линий, как наполнить потрясающий собор этого семейства светом. И вот здесь в игровой форме показывается, как рождались Гауди, на что был способен этот гений. Место очень интересное детям. Можно потрогать, можно посидеть, отдохнуть. И становится понятнее творчество Гауди здесь, в этом месте, на его родине. Уже потом другими глазами смотришь на его здание. И здесь, в этом месте, Гауди становится понятнее.